Этот мастер-класс я посвящаю моей подписчице Ирине. Она видела в моей коллекции этот жакетик, он ей понравился, и она его захотела свалять. Дорогая Ирина, делаю этот мастер-класс для вас. На этот раз я его исполню в синих оттенках. Вы же можете взять любой, который вам понравится. Вот у меня синяя шерсть, синяя вискоза. Мне нужны ткани, которые хорошо компонуются с этим цветом. Хочу сделать жакетик, у которого будет много такого цвета нарядного. Вот это вот ткань марлевка. Вот еще марлевка. Здесь я возьму фрагменты синего. Вот такой вот искусственный шелк. Хочу добавить. Здесь много красивого. И очень сочетается с марлевкой, с вот этой. Спинка у меня будет более-менее однотонная. Вот что я подобрала для спинки. Синий будет у меня основа. И весь верх будет декорирован вот такими фрагментами ткани, которые смешиваются между собой. Хочу сделать жакетик, который буду носить со своим сарафаном синего цвета, кружевной сарафан. Этот жакетик до талии, но у него нет четких очертаний талии. Он будет таким по типу болеро, но это будет полноценный жакетик на пуговицах. На застежках, скажем так, вы сами потом решите, какие застежки вы себе придумаете. Спинка будет однотонная, чтобы не было слишком броско, чтобы было достаточно гармонично. И с вот этим длинным моим сарафаном будет очень хорошо, я надеюсь, сочетаться. Вы можете подобрать свои оттенки, можете взять вообще его цветным, можете взять однотонным. Приглашаю вас к сотрудничеству, делайте вместе со мной, выбирайте себе нужную длину. Если вы захотите, вы можете удлинить или выше, или ниже, на ваше усмотрение. Рукав здесь 3/4 тоже, он такой получается легкий жакетик. Я к нему еще делала митинки такого цвета, как спинка. Возможно, я сделаю то же самое здесь, это смотрится просто супер. Можно еще дополнить этот ансамбль сумочкой какого-нибудь из этих оттенков присутствующих. А здесь просто масса всяких оттенков, просто они в разных количествах, в разных пропорциях. И можно выбрать любой понравившийся вам оттенок для аксессуара, который дополнит ваш ансамбль. Этот жакетик, к тому же, очень прост в исполнении, поэтому для начинающих валяльщиц это будет просто здорово начать что-нибудь грандиозное делать. Ну, грандиозным я называю это уже, когда валяльщица переходит, например, от шарфиков, от каких-нибудь варежек, шапочек к изготовлению плечевых изделий. Вот это плечевое изделие, только в его таком примитивном исполнении, но оно выглядит очень солидно и ничуть не хуже, чем уже изделия на таких вот сложных шаблонах. Здесь я вам предлагаю самый простой шаблон, на котором мы будем раскладывать весь жакетик. Он, к тому же, небольшой, вам будет легко это все проработать, вы будете легко осваивать шаг за шагом все этапы сваливания. И будете очень довольны тем, что вы уже изготовите самое настоящее плечевое изделие, которое вы будете носить, и поверьте мне, с огромнейшим удовольствием, как это делаю я, например. Вот перед вами шаблон, на котором я буду делать этот жакетик. Он очень простой в изготовлении. На нем очень просто разложить это изделие и свалять. Этот шаблон сложен вдвое. Если его разложить, вот посмотрите, вот такой вот жакетик. Естественно, здесь уже размеры для шаблона сделаны с учетом усадки шерсти, то есть с прибавкой 45%, как я люблю. Мы раскладываем буквально все на одном
вот этом вот шаблоне. По очереди будет раскладываться вот одна часть, полочка, вот вместе с рукавом. И вторая часть, вот вместе с рукавом. Вот так вот. Они будут здесь одна на другую накладываться, поэтому нам понадобится еще блокиратор. Для того, чтобы если, вот, например, мы разложили вот эту вот полочку, и дальше нам надо разложить вторую полочку, мы накладываем блокиратор вот на это место, где заканчивается наша полочка, чтобы следующую часть вот тут вот разложить уже сюда, до этого места, но чтобы вот та шерсть с первой полочки не пересекалась с шерстью, которая будет у нас на второй полочке. Вот для этого нам нужен блокиратор. Это очертание, это граница наших полочек, да? Одна вот с этой стороны и другая вот так вот с другой стороны. А вот эти солнышки, во-первых, нарисовано это все фломастером, который смывается водой. Иначе, если вы будете раскрашивать это обычным фломастером, он может вам покрасить вашу шерсть, и у вас появятся какие-нибудь там потеки и всякое такое неприятное. В общем, подбирайте такой способ нарисовать, чтобы вам это не повредило вашему будущему изделию. Так вот, вот эти вот солнышки, это у меня обозначены центр груди. Вот видите, здесь граница шеи, которая соприкасается вот с плечом. Вот тут вот немножечко, видите, здесь подъем, потому что у меня слегка будет это как бы стоечкой, да? Вот, смотрите, воротничок, как бы стоечка, потом он сюда опускается, его можно будет развернуть, вот так можно будет застегнуть, такой бортик будет. Вы как захотите, так и будете с ним поступать. Итак, вот отсюда рисуется прямая линия до самого низа, здесь как раз вот и будет центр вашей груди. Вы находите уровень, который соответствует уровню центра вашей груди, ставите точки, и здесь, зачем я нарисовала вот эти солнышки, чтобы не забыть, что здесь нужна мне особая раскладка, которая позволит вашему изделию быть хорошо посаженным на теле. Это будет радиальная раскладка в виде солнышка, да, ну вот радиус. Вот здесь вот по радиусу будет раскладываться шерсть. И тогда вот на этих пересечениях вы можете делать объемы. Шерсть будет податливая, вы сможете сделать такую форму, которая вам нужна. И шерсть запомнит эту форму. И ваше изделие хорошо сядет по фигуре. А остальная раскладка. Можно сделать стихийную раскладку облачками. И дальше, что я еще хочу вам сказать. Смотрите рукав, как я сделала, да? Этот рукав, он не прямой вот такой вот, чтобы вы не были там скованы в движениях, а представьте себе, что вы вытянули руку, руки в стороны, и на уровне груди, вот смотрите, вот здесь уровень груди, и вот как будто ваша кисть заканчивает, ну вот она, вы подняли кисть на уровне груди. И таким образом провели линию и отмерили такую длину, которая вам нужна. Ну, естественно, вы уже потом прибавите 45% к этой длине, и у вас получится такое вот изделие с таким рукавом, который вам нужно. Здесь у меня рукав 3/4 и достаточно широкий. Вот здесь вот буквально немножечко у меня заходит за рукав. Ну, вот где-то вот так вот будет у меня рука, а здесь будет свобода облегания, потому что рукав цельноваленный, и мне нужно, чтобы он смотрелся, ну так, непринужденно. Теперь длину. Вы можете, например, удлинить. У меня это вот со всеми этими неровными краями, у меня это доходит до талии. Вы можете сделать такую длину, какую вам надо. Все это вы вырезаете вот буквально один шаблон. Ну и вот эту вот блокиратора, о котором я вам сказала, и больше ничего для изготовления
такого же кетика вам не понадобится. Вуаля! Вот какой простой шаблон. Вот я раскроила мои кусочки. Это искусственный шелк. Это марлевка. Все это будет давать немножечко разные фактуры. По-разному будет укладываться. Вот у меня вперед. Здесь полочка одна. И здесь под ней вторая. Все это я скомпоновала из кусочков. Эта часть передняя у меня будет светлая. Но вот с таким вот получается весенним рисунком. А вот здесь будет добавка других оттенков, которые дадут какое-то, ну, такое завершение. Это рукава. Это будет, вот у меня получается, они рукава начинаются. Вот их граница с лифом, с полочкой. А вот с этого момента они будут с другими тканями. Ну вот я так решила, что так будет красиво. Здесь с этой стороны рукав то же самое я сделаю. Спинка в таком более однородном цвете, но перекликающимся все-таки с тем, что спереди у меня. Это будет по спинке, а рукав будет такой же, как здесь. Вот. Это сделано. И еще у меня вот тут вот будут отгибаться лацканы. Вот здесь вот воротничок. Я тоже приготовила вот такие вот кусочки. Вот они будут таким образом. Когда будет отгибаться, вот в застегнутом виде. И вот так вот в расстегнутом виде. С обеих сторон, естественно, эти лацканы. Вы можете подобрать такие ткани, которые вы захотите. Вот мне захотелось сделать к однотонному сарафану вот такое вот радостное, мне кажется, радостное такое изделие, которое будет радовать и глаз, и душу. Вот так вот. Вот эта ткань у меня синтетическая, хотя она и тонкая, но приваливаться ей будет сложнее, чем вот этой, которая похожа очень на марлевку. Скорее всего, что это и есть марлевка. Поэтому для того, чтобы они приваливались одинаково хорошо, легко, вот эту ткань я хочу немножечко проработать моими иголочками для валяния. Для того, чтобы получились зацепки с той стороны, куда я буду класть шерсть на нее. Вот я беру несколько иголочек, ну, прямо одновременно. Располагаю их таким образом, чтобы они были где-то, ну, так вот удобно. И начинаю в них просто тыкать. И смотрите, прямо сейчас же, вот смотрите, она становится такой вот с зацепками. Вот с той стороны, получается, у нее повылазили такие вот ниточки. И вот именно на эту сторону, на изнаночную, вот я протыкаю иголочками с этой стороны, значит, класть я буду вот с этой стороны шерсть. Вот видите, здесь зацепочки, если они видны. Вот это делается очень быстро. Здесь совершенно никакой проблемы нет, чтобы у нее появились зацепки, потому что на иголочках, на вот этих валяльных иголочках, есть зазубринки, которые вот и делают эти зацепки. В общем, я их прорабатываю, и тогда у меня будет легко шерсти уцепиться за вот эти синтетические волокна, потому что в них уже появятся эти вот ворсинки, которые есть обычно в натуральных волокнах. Появятся также дырочки, сквозь которые пролезет шерсть. И таким образом легче будет сваляться. Вот я проработала этот фрагмент. И
и кладу на место изнанкой наверх. Раскладка у меня будет такая ретроградная. В общем, она изнаночная. Раскладка у меня будет наоборот. Первый слой я кладу слой шелка, потом будет у меня шерсть, и потом сверху я покрою вискозой, и это будет внутренняя поверхность передо мной. Вот такого типа я сейчас буду делать раскладку. Так что все мои кусочки, фрагменты, которые я тут уже сочинила, прорабатываю. Они у меня здесь уже вот тут вот на раскладке должны лежать лицом вниз, так как внизу у меня будет лицевая часть моего изделия. Вот я разложила проработанную иголочками для валяния мою ткань, которая уже тут вырезана кусочками, фрагментами. Все у меня тут стыкуется. Это получается у меня полностью накрыта одна полочка вместе с рукавом. И другая полочка будет вот идти с этой стороны. Я ее буду раскладывать потом. Вот она будет заканчиваться здесь. Вот я пока что все это свернула. Вот когда это все вывернется наизнанку, то получится, что она у меня с правой стороны, вот та, которая запахивается, застегивается, она у меня здесь разложена изнаночной стороной вот сюда. Первый слой при раскладке наоборот получается лицевой. Вот я его разложила. Теперь мне нужно проложить шерсть и дальше залить это все вискозой. Вот что я и делаю. Остальное я вот тут вот свернула, оно у меня тут в стороночке лежит, ждет своего часа. Но единственное, что на чем нужно сакцентировать, вот здесь у меня, вот смотрите, здесь виден узор центра груди, и здесь должна быть радиальная раскладка. Значит, вот здесь у меня это ориентир, радиальная раскладка, вот она. Если ее открыть, посмотреть, вот она. Я с нее начну, чтобы ее не потерять. Что такое радиальная раскладка? Это раскладка, в которой вот эти вот волосочки не пересекаются практически. Они пересекаются только в центре, для того, чтобы потом вот растянуться во все стороны и дать нам такой объем груди, который нам нужен. Вот я это сейчас делаю. Для ориентира вот полочка другая, которая у меня пока что еще ждет меня. И я по ней смотрю. Вот эти тоненькие кончики, пусть они идут в центр, пусть они между собой в центре пересекутся, чтобы здесь была сцепка. Такая сцепка, которая даст мне возможность потом растянуть это по радиусу и сформировать объем груди. Раскладка, которая будет у нас здесь, должна быть не совсем тонкая, потому что нужно такое количество шерсти, которое вберет в себя эту ткань, которая... Она, в принципе, тонкая, но она не так легко сжимается, как бы это сжимался шелк. Поэтому должна быть раскладка, скажем так, все плотненько-плотненько покрыто, хотя и тонким слоем. Ну, и еще хочу сказать, что я, в принципе, с изнаночной стороны, вот при такой раскладке, могу себе позволить сделать акцент на вот именно на том, что изделие должно быть тонким. Мне не нужна такая вот прямо теплая вещь из этого всего, поэтому я могу пожертвовать каким-нибудь таким сплошного вида однотонностью шерсти с изнанки. Мне будет достаточно того, что изделие будет не будет иметь дыр. Пусть на просвет это может казаться таким не совсем однородным полотном,
Но меня это не волнует, потому что я хочу получить такое легкое изделие, которое я могу носить вот в этот период, когда я буду носить сарафаны, для того, чтобы мне просто было уютно, тепло, например, в ветреную погоду, выйти на море, взять с собой вот такую вот красивую жакетик такой красивый, который будет прекрасным дополнением моего летнего сарафана. Вот поэтому здесь цветы, поэтому здесь цвет такой синий. Но должно быть такое количество шерсти, чтобы оно было достаточным, когда вот эта шерсть потянет на себя эти все шелка, она будет садиться, стягивать, и чтобы это все не разорвалось из-за того, что шерсть тянется за шелком, нужно все-таки, чтобы здесь было достаточно, так, чтобы все это покрыто было, не просвечивалось сейчас, да, потом еще будет там вискозой залито. Вот эту центр груди я обработала. Вы должны иметь, развивать такое пространственное мышление, чтобы вам угадать, где будет у вас тут, вот в этом большом вашем изделии вы должны понимать, где будет у вас грудь. Вот изделие у нас вот тут вот, его талия, а вот это все, что выходит за пределы, это будут такие вот интересные лохматушечки, как мне хочется сделать. Вот здесь у меня был какой-то кусочек, который, мне кажется, сейчас не на месте. Думаю, что это вот он. Я его прицепляю. Вот так вот. Вы, когда будете раскладывать, когда вы будете готовить ваши фрагменты разных тканей, смотрите, чтобы сочетание было не только вот по цвету, но вы еще смотрите, как эти все ткани будут вести себя. Вот это будет сжиматься более тонким таким полотном, а вот эти вот шелковые искусственного шелка будут сжиматься более такими рельефными пружинками, поэтому нужно все это учитывать. Здесь я хочу проложить ниточку, но сначала обработаю края, как обычно. Края я обрабатываю пасмочками тонкими такими, из которых я создаю прямую линию, кромочку. Это для того, чтобы мое изделие было структурированным, для того, чтобы мне легче было придать ему такую прямую линию, кромка должна быть обозначена. Вот я везде прокладываю эту кромочку вдоль линии среза. Везде-везде я провожу вот эту вот линию. Вот тут вот линии пусть пересекаются, чтобы шерстинки между собой сцепились, и тогда это все будет превращаться в монолитное такое полотно. Ему будет легче фиксировать форму. Там, где у нас накладываются кусочки ткани, я вот таким образом положу вот эти вот шерстинки, чтобы они сваляли, это изнанка, как вы помните, да, чтобы они между собой сцепили, вот эти соединили эти края разных кусочков. Вот я их как бы сшиваю, да, если вы представите себе, что это я иголкой делаю, вот я как будто это сшиваю. Вот здесь у меня плечо, и здесь рукав, поэтому мне нужно вот такие вот пасмочки положить, чтобы они выходили за края, я буду там их подворачивать, и это переход на спинку. Дальше это, вот эта шерсть будет заворачиваться, и из нее же я буду формировать спинку. Все вот эти моменты, где у меня там стыки, вот тут вот стык, я его вот так вот пройду. Тем более раскладка здесь у меня будет, ну, такая
Она может быть стихийная, она может быть диагональная, чтобы это все посадить по фигуре. Стихийная раскладка будет тоже неплохая. Но я сделаю здесь по диагонали все. Я выпрямляю, чтобы слегка заходила ткань друг на дружку. И там потом с той стороны я посмотрю. Здесь мне достаточно будет декоративности ткани, сочетания вот этих вот, вот этого цвета, фактуры. Вот это сумасшедшая какая-то такая игра, поэтому я думаю, что меня устроит. Какой бы вариант там ни получился, как бы оно там ни легло, я все равно из этого сделаю красиво. Вот, я проложила это все по всем моим местам стрёмным, да. Здесь я еще не проложила вот эти вот линии, которые должны заходить за пределы моего шаблона на этой стороне, которые будут оборачиваться. Здесь, видите, у меня вот эти вот края будут разворачиваться, оборачивать шаблон и заходить на ту сторону. Я это вот просто оставила так, потому что мне хочется, чтобы они не просто вот здесь вот было конкретно законченное, например, фрагмент одна, принта какого-то. Мне нужно, чтобы он заходил, загибался вот и на ту сторону. Поэтому я вот это вот все здесь проложила, еще вот здесь вот проложу края и буду уже закладывать полностью, просто делать раскладку уже всего этого полотна. Я проложила это все, проработала основные мои места. И теперь хочу вот по вот этим краям вокруг шеи горловины. И вот здесь вот, вот эта полочка, где будет у меня застежка. Я хочу туда положить ниточки, для того, чтобы мне проще было структурировать это. Вот прямо по этому, по краю прокладываю сюда. И потом загибаю вот так вот и оставляю эту ниточку, потому что я прямо потом по горловинке пройдусь по спинке и точно так же вернусь, но только уже по другой полочке и вернусь вот сюда. Вот я просто делаю вот эту кромочку. Я ее заложила и теперь буду закладывать полностью вот это вот полотно диагональной раскладкой. Вот я раскладываю ближе к кромочке. Мне надо, чтобы вот эти тупые кончики все-таки были, прикасались к этой кромочке, чтобы зафиксировать край. Вот эту ниточку я покрываю шерстью. Сюда здесь у меня будет заходить она, я сюда такую длинную пасмочку. И теперь опять покрываю здесь. Вот так вот по вертикали, более широкую, потому что здесь у меня такое должно быть, ну, такое более структурированное полотно. Здесь же полочка, здесь закрывается, здесь пуговицы. Чтобы все это держало форму, мне нужно его немножечко позаботиться о том, чтобы было там поплотнее. Вот. Здесь вот я вижу, где у меня четко заканчивается край. Там не обязательно надо, чтобы вот эти вот краешки выходили тонкими своими, тонкой своей стороной вот туда, за пределы, на ту сторону. Вот где у меня четко будет такой очерченный край. Сюда, где у меня радиальная раскладка, я тоже могу слегка зайти, не очень-то тут покрывая это все этой диагональной раскладкой, чтобы мне было проще растянуть, слегка как бы по радиусу пересекать, ну как будто создавая другой немножечко наклон, чтобы эти нити между собой пересеклись. Это не будет диагональ, это будет что-то среднее между диагональю и радиальной раскладкой. Ну и вот здесь вот я делаю более широкую такую кромочку.
То есть я прокладываю еще вот такой вот фиксирующий такой слой. И здесь тоже. Но здесь вот так вот фиксирующий я сделаю тоже по вертикали, поскольку по горизонтали у меня тут разложено. И вот тут вот, чтобы зафиксировать, и проще было мне потом его сформировать. И теперь докладываю остальные места. Самые главные такие места, на которых нужно особо хорошо, над которыми нужно поработать, я уже прошлась. А теперь остальное. Вот эти вот краешки, они могут там тоже быть разложены в такой радиальной раскладке. Они все равно там сожмутся, превратятся в такие подобие лепестков. Вот где они пересекаются, я их пересекаю. Где не пересекаются, ничего страшного. Там у нас есть и ткань, которая будет прочно держать форму. И, собственно говоря, нам они и нужны будут такие скрученные. И если это будет более тонкая раскладка, то скрутиться ему будет проще. Стремимся раскладывать по толщине равномерно. Проверяем это рукой. Мы на ощупь будем это все понимать. Здесь плечо я проложу тоже вот такую прямую пасмочку по линии плеча, чтобы оно тоже держало форму, именно плечо. Наверное, вы уже знаете, или если кто не знает, шерсть садится по длине. Вот этим, вот это знание вам поможет регулировать, контролировать, как вы будете раскладывать по диагонали, по вертикали, квадратами или радиальная раскладка. Вот именно для этого, чтобы шерсть садилась так, как вам надо. Потому что если вы разложите вот в уровне груди здесь квадратную раскладку, у вас там не будет растягиваться. Если вам не нужно там растягиваться, то вы это можете специально сделать. Но если вам нужно это растянуть, и у вас там нужны объемы, то нужно об этом подумать на стадии, когда вы закладываете изделие. Я вам просто рассказываю, как это работает, а вы уже сами решайте, какое изделие вы хотите получить. Наблюдайте за тем, как ведет себя войлок, делайте определенные выводы. Смотрите сами, все это приходит с опытом. Как заканчивать работу с изделием, как оно себя ведет на финальной стадии. Очень надо присматриваться, чтобы вы не испортили эту декоративность. Например, вы закладываете, и все так шикарно, все так рассчитали, все так красиво подобрали оттенки, все сделали. И раскладочку, и радиальную, и вертикальную, и ниточку проложили, чтобы у вас тут все было структурировано. И потом взяли и переваляли. И вся эта шерсть вылезла наружу, и вся эта декоративность ни к чему не привела. Не смотрится это, потому что нужно учесть некоторые моменты. И тогда все будет хорошо. Вот я разложила этот слой. Теперь вы же помните, вот здесь, вот где у меня будет этот лацкан, у меня будет отворот. Мне нужно этот кусочек здесь положить. Это будет вместо вискозы. Будет декоративная часть. А остальное я закрою вискозой. Вот как будет отворачиваться этот лацкан, где будет его часть видна, вот там я и кладу это. Оно еще смешается все-таки с шерстью, шерсть туда пролезет, цвет будет меняться.
очень тоненькая марлевочка, но все равно просто для такого, знаете, для правильности взять и положить вот так вот по краю, чтобы они сразу уже были, настроение у них было такое приваляться хорошо по краю. Вот я им прокладываю вот эти вот тонюсенькие пасмочки, чтобы зафиксировать края. Чтобы они не уползали никуда. Все, я это сделала, и я спокойно. А дальше сюда по всему, по остальному пространству я заложу вискозу. Вот чтобы легче было раскладывать, то вискозу ее вот так вот подергивать надо, дернуть. Вот я это все облачками заложу. Вот ее растягивать надо. Ну вот да, вот теперь все легко идет. Зависит от многих факторов. Жакетик коротенький, поэтому работы не так уж и много, а получается очень даже красиво. Такие жакетики очень хорошо подчеркивают талию, очень хорошо подходят к приталенным юбкам, платьям, к джинсам, к брючкам, к приталенным вещам очень хорошо подходят. Я специально его и делала, потому что у меня, я сделала одну юбку, сшила юбку, а потом оказалось, что у меня нету такого к ней ничего, чтобы хорошо подчеркивала, вот именно вот там очень хорошо талию облегает юбка, и не оказалось ничего такого, чтобы вот именно все хорошо гармонично смотрелось. Пришлось мне придумать такой жакетик и срочно его сделать. Он быстро делается, как вы видите, ничего сложного в этом нет. Очень легко раскладываться. Самое главное рассчитать, вот просто подобрать ткани. Удачно подобрать ткани. А можно просто взять и сделать что-то вообще однотонное. Ну, это будет другой немножечко жакетик. Например, если представить белый или черный или коричневый какой-нибудь однотонный жакетик такого стиля, только взять вот по краю, например, это все подчеркнуть как бы тенью. Если это белый, то темненьким подчеркнуть вот эти вот краешки контрастным каким-то, что выделяет вот именно этот рельеф, потому что в нем вот этот весь интерес. Вот я все это заложила. Здесь вот, где у меня переходы, не буду закладывать. Я когда заверну, видите, вот эти вот края, которые выступают за пределы шаблона, я их не закладываю, потому что, когда я это заверну, мне нужно здесь сначала будет проложить шерсть. Вот этот, все эти слои, полочки я заложила. Теперь я его, видите, прижимаю. Хотя можно прямо вот взять сетку, вот положить. Сетку я положила. И теперь мне его надо будет намочить, зафиксировать. И потом, чтобы сэкономить место, скатаю на скалочку, рулончиком заверну. И буду продолжать работать с вот этой вот второй вот частью. Вот так вот. Вот. Продолжение процесса. Это смачивание, намыливание, слегка приваливание при помощи машинки, или же, если у вас нет машинки, то руками подольше немножечко притереть, чтобы это все сцепилось. И дальше мы вернемся к другой, второй полочке. Можно взять вот так вот скалочка это. На этом этапе можно, потому что на том этапе, когда уже это все будет сваливаться, уже нельзя будет этого делать, потому что фактура должна остаться объемной, и поэтому вот такие вот дела там нельзя делать, иначе вы все это сваляете в сплошной блинчик. Ну,
Ну вот я просто показала этот метод, я практически им никогда не пользуюсь, мне достаточно рук. Но вот этот вот метод хорошо выгоняет воду, распределяет ее. Вот, кому нравится такой метод, вы можете им пользоваться, но имейте в виду, когда вам нужно сохранить фактурность вашего изделия, то скалочка очень хорошо вваливает это все. Вот почему я редко пользуюсь таким вот валянием в рулоне, потому что я часто делаю фактурные такие, мне нравятся вещи фактурные. Можно, конечно, это все создавать красоту, эти узоры при помощи гладких каких-то, ну, гладкий такой способ, это просто цвет. Но мне нравится объемность, и тонкий гладкий войлок я тоже очень люблю. Из него очень хорошо делать, ну, такие однотонные изделия. Платья, юбочки и жакетики, и, ну, все, что хотите. Зависит только от идеи вашей, от вашего желания, что вы хотите, куда вы хотите это, и что вы хотите подчеркнуть этим, что вы хотите сказать. Я вижу, что это хорошо промокло. Теперь я его промылю. Просто беру мылом, промыливаю. Мне так нравится. Я люблю так. Все делаю с удовольствием, не забывая наслаждаться этим процессом. Здесь я хочу подобрать эти все края, там, где расползлось, подравниваю и убираю эту пленочку. Если кто еще не знает, как с этим всем обращаться, я просто вам напоминаю, пленочку, вот эту сеточку использую для того, чтобы просто пригладить это все, чтобы шерсть не тянулась за руками. А чтобы убрать ее, ее нужно просто наклонить в обратном направлении. Вот я ее убрала. Теперь мне нужно это все зафиксировать машиночкой. Воздушно-пузырьковую пленку кладу. И пройдусь машиночкой вот в таком направлении и в таком направлении, чтобы все пространство пройти один раз. 10 секунд так, 10, примерно 10 секунд. Ну, у меня, наверное, получается примерно всегда 7 секунд, 8. Вот смотрите, что я делаю. Вот я прошлась, теперь я это убираю. Вот смотрите, вот это вот место я перекрываю, вот, чтобы дальше мне продолжать вот так вот раскладку вот этой части. Вот, а здесь, вот смотрите, какая такая конструкция. Здесь я просто накрываю. А здесь вот эта вот часть, это будет у меня конец. Это будет означать полочку. Да? Здесь я вижу это все. Я буду идти по этому краешку. Здесь тоже я найду этот край. Вот он, этот край. Ну, в общем, вот этот вот блокиратор, который мне поможет вот этот вот край заложить. А этим я перекрываю для того, чтобы мне свернуть это на скалочку, чтобы мне легче было работать здесь. Вот я заворачиваю на скалочку
И вот у меня все сворачивается в рулончик. Заворачиваю это вместе с шаблоном. Для того, чтобы мне его подвинуть и работать с этой частью. Вот она у меня где, вот она у меня где заканчивается. Остальное мне надо подвинуть, чтобы у меня вот этот вот край, который мне нужен, оказался на столе. Это когда у вас не хватает пространства. Ну, мне для камеры вот просто не хватает пространства. А так бы мне хватило. Вот здесь у меня вот этот вот край. Все правильно? Все правильно. Все правильно. Все, вот у меня край. Вот здесь вот у меня заканчивается мой жакетик. Все, мое рабочее пространство. И теперь я выкладываю то же самое, что я делала на той стороне. Перед этим я же просчитала, посмотрела. Что-то у меня вот так вот. Все это выходит за тот край. Здесь у меня кусочек другого. Вот теперь все надо это понаходить и заложить. Со второй полочкой я проделала ту же самую работу, которую ранее проделала с первой. Затем также свернула в рулончик и развернула только со стороны спинки. И затем все то же самое я проделала со стороны спинки. Я разложила сначала ткань, затем шерсть, затем вискозу. Потом накрыла все сеткой, притерла, затем накрыла все воздушно-пупырчатой пленкой, приваляла немножечко машиночкой и потом открыла и приготовилась к основному сваливанию. Вторую полочку с той стороны, когда я разложила, свернула в рулончик, свернула это все на скалочку и потом я развернула в обратной проекции, то есть здесь теперь у меня спинка. И когда я развернула, я положила вот сюда мое полотно ткани, которое я заготовила, изнанкой наверх, потому что лицевая часть у нас получается внутри, так же, как и с той стороны, изнанкой наверх, лицом туда. Теперь тут у меня есть, вот здесь у меня было цельное полотно, а здесь я докладывала кусочки такой же ткани. У меня не было такого прямо цельного полотна, которое меня устроило бы. И вот эти вот кусочки, которые я доложила, я положила по краю спинки. Вот спинка у меня здесь, и с той стороны точно так же вот рукав, где у меня заканчивается вот здесь вот туловище, вот здесь у меня талия. И вот по этой части у меня идет спинка, рукав получается чуть спущенный. Ну, вид у него будет такой спущенный, я имею в виду визуально, потому что вот здесь вот, вот будет декоративная его часть, то есть из кусочков, которые будут компоноваться, из кусочков ткани, которые присутствуют у нас на передней части нашего жакетика. Вот я их тут добавила. Я, во-первых, завернула те, которые с той стороны. Я их специально вырезала, чтобы они сюда, на эту сторону переходили. Я их завернула. Смотрю так, чтобы ткань прилегала к моему шаблону, а шерсть потом уже шла. Сначала я закладываю ткань, так же, как и там, а потом шерсть, второй слой. Вот, докладываю те вырезанные кусочки части, где вот не хватает у меня ткани, я их закладываю. Естественно, я подбираю рисунок, который меня устроит, из кусочков, пэтчворк своеобразный. Вот я все это заложила. Потом вот эти соединения я как будто сшила вот такими вот, видите, крест-накрест. Маленькие такие mesh, как это по-русски будет, маленькие пасмочки такие шерсти. Я положила, как будто я эти посшивала вот эти вот между собой кусочки ткани.
это я проделала, во-первых. Потом завернула вот эти вот края шерсти, которые выходили сюда. Я все это завернула, все края. Следующий этап, который я сделала, я прошлась вот здесь вот по кромочке, где у меня горловинка. Такую сделала полосочку, чтобы была кромочка, по горизонтали. Прямые такие пасмочки положила. Дальше завернула вот тут у меня по горловине, с той стороны по горловине и по полочкам я прокладывала ниточку. И вот сюда я ее оставляла, чтобы она тоже так же удерживала мою горловину. Я ее завернула вот сюда по горловине, отрезала то, что было лишнее. Все это я проделала, потом вот здесь вот по плечу я, вот где заканчивается плечо, я положила тоже ровненькую, такие вот одна за другой пасмочки, чтобы мне, чтобы вот здесь вот было немножечко, ну, на плече, чтобы не растягивалось. То же самое я сделала с обратной стороны. Теперь у меня получается вот спинка одного такого цвета из одного полотна. Оно не абсолютно однотонное, но оно такого сдержанного цвета. Вот я разложила шерсть. И теперь мне надо это все облачками вот так вот закрыть вискозой. Смотрите, как я это делаю. Для того, чтобы эти облачка хорошо разбивались, отделялись, я вот так вот вискозу стряхиваю, как бы, да, выравниваю. И потом, смотрите, горизонтально отделяю эти облачка. Вискоза, вот если вискоза будет не длинный кусочек, я ее оторву, тогда вот у нее прямо будет вот так вот легко отделяться такие вот облачка. Ну, то есть мне нужно смотреть, чтобы эта пасмочка вискозы не была длинная, чтобы она растягивалась вот в такое облачко. И тогда мне будет легко управляться с вискозой. Иначе это превращается в такую мороку. Вот смотрите, я оторвала вот такой кусочек. Теперь я беру за края и вот выравниваю. Я выровняла. И теперь беру за вот этот вот краешек. Нахожу тут краешек. И отделяю такие облачка. Вот они теперь отделяются. Смотрите, вот эта пленочка у меня может быть блокиратором. Вот я вот так вот заворачиваю, просто заворачиваю это все. И у меня пленка здесь вот перекрывает. У меня блокиратор зачем нужен, чтобы не соприкасались те части, которые не должны приваляться. Вот здесь я могу это сделать даже на этом этапе. Вот я подвернула плечико. Но можно это сделать потом, когда я это все разверну и буду уже работать с этим. Вот здесь у меня уже
нету возможности, например, свернуть, чтобы части эти не соприкасались. Я могу положить еще немножечко пленочки, а могу просто... Ну да, вот у меня есть такая возможность просто вот эту пленочку завернуть вот сюда. И таким образом у меня опять перекрывает вот эту часть, которая была не закрыта. И я продолжаю. И теперь я свернула это в рулончик. И я могу это перетянуть на другой край стола, чтобы продолжать работу. Вот я это делаю. И разворачиваю вот этот вот рукав. Он у меня был свернут, но с той стороны я его разворачиваю. Высвобождаю мою скалочку, она мне больше здесь не нужна. Вот у меня этот рукав. Что первое я делаю? Я загибаю вот эти вот части шерсть, части ткани, которые у меня с той стороны еще, да, идут. Вот загибаю. Шерсть пока что я оставляю там, если это возможно, вот так вот прямо слоем оставить. Если невозможно, то тогда вот просто от края, например, отвернуть. Но для меня это возможно. Я вот отдираю ее, она тут еще не сильно сцепилась. Вот я положила все эти фрагменты, которые заходят на эту сторону. Все, и теперь мне нужно это все заложить. Я закончила вот эту работу по раскладке моих фрагментов ткани. Вот меня так устраивает. И теперь я заворачиваю шерсть, которая разложена с той стороны. Вот я аккуратно расправляю это все, чтобы не было никаких сгустков. Стараюсь. Но, в принципе, если там будет что-то перекрыто, ничего такого страшного, невозможного здесь нет. Это все будет все равно... Ткань будет сжиматься с той стороны, и вот эти все неровности будут за счет этого спрятаны. Сейчас я смотрю, чтобы у меня не было там пробелов между этими кусочками ткани, потому что я не хочу, чтобы так грубо выглядывала шерсть. И еще я смотрю, чтобы у меня с той стороны, вот где будет лицевая часть, были те фрагменты, которые я хочу видеть четкие, которых я хочу видеть четкие очертания. Вот, например, вот этот цветок, я кладу его первым. И потом я перекрываю другими фрагментами ткани, которые будут на втором плане. Ну, в общем, вот эти все моменты, если учесть, то качество изделия будет получше. Но если вы этого не учтете, ничего страшного не будет. Оно все равно будет там сжиматься, оно все равно будет каким-то образом, края будут, не будут таких особо четких очертаний, поэтому вы просто, вы ничего не бойтесь, у вас всегда хорошо получится. Теперь мне нужно снова вот это вот закрыть шерстью, вискозой и сделать те же самые манипуляции. Намочить, примылить это все через сеточку, потом проработать машиночкой вот так вот и вот так вот. И все. И на этом раскладка будет закончена, и нужно будет приступать к сваливанию моего изделия. Как это мы будем делать, я потом вам покажу. Здесь надо... четко проверить, где у нас верхняя часть, где у нас нижняя часть, чтобы не было никаких таких фрагментов. Вот здесь вот у меня пересекается. Мне нужно положить сюда блокиратор. Вот
я не проследила, вот туда надо мне, туда надо мне что-то такое подсунуть. Но, в принципе, это когда я буду сваливать. Главное, что я его обнаружила, вот здесь вот спинка у меня прикасается к вот этому вот месту. Здесь не видно. Вот смотрите внимательно, вот здесь вот у меня фрагменты от спинки, а вот там уже фрагменты от полочки. И при сваливании мне нужно, чтобы оно не свалялось друг с другом. В общем, внимательно нужно все это смотреть. Ну, закончена самая сложная работа. Сейчас я все это заложу и начнется процесс.